Добрый день, уважаемые телезрители «Живого телевидения». Мы с вами снова в студии «Живого телевидения» в программе «Букинг», ведущий в студии Юрий Проскуряков. Сегодня у нас встреча с Вадимом Месяцем, писателем, поэтом, общественным деятелем и руководителем ряда проектов в области культуры. Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Рад вас видеть. Много обстоятельств препятствовали нашей встрече в этой студии. Это я просто про себя рассказываю. Да, потому что обо мне, да. Что-то сказать. И вот я хотел начать беседу с вами с книги, которую вы не знаете. Это книга моего старого друга, гениального художника, посвященная ему, Сергея Шерстюка. Вы о нем могли знать и о других людях. Но почему я обратил внимание ваше на эту книгу? Мне кажется, что ваше творчество конгениально творчеству вот этого художника и писателя. И эта конгениальность просматривается во многом в его общественном положении, в его личной судьбе и в его интересе к мифотворчеству, которое связано с определенными реальными лицами культурной среды России и зарубежья. Ну, в основном с его друзьями и с теми явлениями, на которые он хотел обратить внимание, он был сосредоточен на том, что происходит. Он тоже интересовался всяческой древностью. Да, и собственным мифотворчеством тоже, и он, наверное, вот ваша книга, которую вы еще не опубликовали. Мне только в пятницу должен писать договор. Да, вот эта книга, вот я с ней ознакомился, и именно поэтому я обратил ваше внимание на книгу Сергея Шерстюка, потому что тут его тексты. Почитать, да, есть? Да, с удовольствием, вот могу прямо сейчас и дать. С этого начнем. Да, так вот, значит, Сергей был сыном одного из высших руководителей армии в СССР, начальником Академии Генерального штаба, и при этом был художником-нонконформистом. Но я не из военной семьи. Нет, но вы тоже являетесь сыном одного из высших чиновников в науке. Я надеюсь, что мой отец не только чиновник, но и ученый. Не, ну ученый, конечно, но с другой стороны, информация, которая поступает в эту среду, я имею в виду не положение как таковое, а степень информированности людей, которые принадлежат к тому или другому к той или другой общественной среде. Да, я думаю, что в этой среде гораздо больше пессимизма, чем, допустим, у меня, который знает гораздо меньше. Да, но и до вас, я думаю, кое-что тоже доходило. Ну да, одного влетает, другое влетает. Ну вот, значит, с другой стороны, вы, наверное, были знакомы с двоюродным братом вашего отца, который занимал положение в иерархии, в самой партийной иерархии. Ну, это не двоюродный брат, он двоюродный дедушка, по-моему. Или дядька. Он дядя, двоюродный дядя. Да, двоюродный дядя, который был секретарем Московского обкома. Да, мы пересекаемся редко, правда, но мы пересекаемся. Да. Ну вот, так вот, значит, и вы тоже оказались... Номенклатурный ребенок, как курица написала. Нет, вы не номенклатурный ребенок, вы совершенно не похожи на него, так же, как Сергей совершенно не был номенклатурным ребенком. И мне это очень хорошо понятно все. И я думаю, что вы к номенклатуре имеете, Я просто давно уже забыл про эту ипостась, долго в другой стране жил, там, и то другое, занимаюсь совсем чем-то номенклатурным. Но вот в вашем произведении сказывается ваша любовь к нашей отчизне, и этого вы, наверное, не будете отрицать. Нет, конечно, я думаю, что она воспиталась за годы моей жизни на чужбине, скорее всего, я именно там себя... И русским почувствовал, и сибирским, в конце концов. Хотя вы это и отрицаете в предисловии. Нет, не то, чтобы это... Почему? Как-то вы считаете более светлыми тех лиц, которые... И ссылаетесь, между прочим, на вашего пращура, на дедушку или прадедушку, со стороны матери, который был охотником, браконьером. Контрабандист и прочее. Чудный человек. Ну, я думаю, что от него, конечно, много мне передалось. И вы говорите, что... Он в литературе, он был рассказчик, враль колоссальный. А дедушка по отцовской линии сочинял отличные матерные куплеты. Я думаю, что отсюда у меня взялась страсть к пению и сочинению.
ну, наверное, да. Стихов. Это же не может пройти бесследно. Все-таки то есть от одного дедушки дали хмоплёдство, а от другого... Да, от другого к Мелосу, да. Да, да. Между прочим, я вас впервые услышал, это было достаточно давно, уже много лет назад, в одном из клубов, где мы были с Сашей Давыдовым. И он-то мне на вас и показал, мы тогда и познакомились, вы, наверное, забыли это. Но тогда вы как раз вот предавались Мелосу, можно так сказать. И поэтому я не вник. А вот сейчас, прочитав, я испытал совершенно другое впечатление. Прям противоположное тому, которое меня произвело. Я не знаю, какое было тогда впечатление, какое сейчас. Но в любом случае интересно, что какая-то игра контраста происходит. Нет, вы знаете, у вас на самом деле у вас очень интересное и глубокое творчество, на мой взгляд. И ознакомившись с ним вот так вот в письменном виде, в виде еще не опубликованного романа, я нечто из этого понял. Я не претендую, что я там все понял, но кое-что до меня дошло. Я не претендую. Ну вот. И вот среди того, что там мне встретилось, я просто хочу для начала и для затравки нашего разговора попросить вас прочесть одно стихотворение вот из этой неопубликованной книги, которое мне показалось... Ну, во-первых, поэтически очень талантливым, а с другой стороны, оно мне показалось знаковым. Я имею в виду вот это стихотворение. Вы можете его продекламировать для нашей публики, ну и просто... Более того, я ни разу в жизни его не читал вслух. Да. Оно недавнее. Ну, я понимаю. Данила Раскольник. Всех сегодня выпустили из тюрем, вернули ножи и смазали сапоги. У городской заставы мы закурим, мы простим неоплаченные долги, немота червей, пересвисты птичьи. Воляет, когда земля в небесах искажает свое обличье. Нам свобода опаснее, чем петля. Чем темнее ночь, тем огромнее город. Город-царь, который живет один, а владыка над ним безразмерный холод. Холод, что леденее льдин. Что лукавить, будто я что-то знаю. Помню, мамка читала мне книгу вслух. Про монахов-то воле, чья хата с краю, но на хату спустился великий дух. И сжигали они себя деревнями, баб сжигали, детей за благую весть, чтоб костры эти в землю вросли корнями, ибо правды не будет, а вера есть. Лучше в рай, чем креститься перстами ада. Кто теперь до престола пошлет гонца, скажет, Божьего царства нам ждать не надо, потому что несть у него конца. Я считал, что жизнь — консервная банка, что уныло пинаешь по пустырю, но начинка не в ней, и не в ней изнанка. Слышишь? Это я с тобой говорю. Здорово. Просто прекрасное стихотворение. Большое спасибо. Спасибо. Оно для Нюрнберга достаточно неожиданное, потому что к родной истории я там, конечно, обращаюсь, и я думаю, что книжка актуальна именно и для России. Хотя в книжке «Общение с древностью», в основном это времени переселения, великого переселения народов, это кельты, я именно начинал эту книжку от какой-то влюбленности в средневековые кельтские сказания, потом это отчасти переместилось на скандинавские тоже вот саги. Ну, разумеется, глубинная книга, но это был круг европейского севера, который, как ни странно, потом во втором томе на Нюрнберге у меня уже будет перемещаться на американский континент, тем более, что варяги в свое время, как известно, там основали свои поселения и прочее. И Нюрнберга, она присутствует на карте Меркатора, она упоминается в поэме «Потерянный рай» Мильтона. В общем, это как бы земля практически существующая, но она близка к той же самой Гипербореи, Атлантиде, Биармии, там еще, ну, в общем, какая-то якобы утопическая земля. Реально она находится, насколько я понимаю, в районе Новой Англии, Массачусетса. Несмотря на то, что вот раскопки и найденные вот эти вот скандинавские поселения были на Ньюфаундленде, конечно, этот Винленд находился там. Турхирдал уверяет, что это Нюрнберга, это норвежский дом. Вот. Но для меня как бы ход на норвегов был очевиден, тем более, что они крестили русских, были призваны на... Не крестили, просто были призваны на... царствование. В общем, я как-то составлял историю какого-то некоторого народа, условно говоря, варварского, в противовес народу римскому, в противовес
В общем, я за этим видел некоторую политическую аналогию. Ну, я думаю, что это вряд ли соответствует исторической действительности, хотя, как продолжение песен Оссиана, на меня это производит большое впечатление. Вы знаете, я бы не сказал, все-таки песня Оссиана слишком романтизирована. Нет, вы радикальный, я с этим спорить не стану. И меня это поражает, в особенности, вот, начиная с детства, когда начинается эта игра с черепами. Ну, так это, вот получилось, да. Ну, тут дело не в том получилось. Я тоже много что видел, там берег Волги обваливался, и, да, значит, да. И открывались захоронения неожиданные, рыцари с мечами там римских, буквально в центре России, где даже трудно было предположить, что туда мог попасть какой-то римский рыцарь, да, в полном облачении. Там. Это плохо исследованное на самом деле. История, но я не думаю, что тех, кого призвали, их не на царствие призвали, а как призвали как воинов когда-то. Ради Бога. Не на царствие, царствие потом возникло. Но они не были варварами, они как раз... Я условно разделяю с точки зрения римского, скажем, государства. Нет, они с точки зрения именно римского не были варварами. Окей, как минимум они не были под римлянами. Они сами были. Ирландцы не были под римлянами, поляки, скажем, не были. И у этих народов им удалось сохранить какую-то свою мифологию, самобытность. Они мне вот интересны. Валийцы были удивительно интересны. Ну, я думаю, что это вряд ли тема передачи. Тут у нас возникает как бы некий спор, а мне бы хотелось, чтобы вы больше рассказывали о себе. Потому что, ну, это не столь существенно. Да, да, потом, тем более, что я потом от этих политических, что ли, аллюзий отошел совершенно. Мне часто это не интересует. Абсолютно. Да, я уже это понял, считаю. Это в начале, вот, я потом прочитаю стихотворение «Сообщение о Кверитах». Там были отголоски, оно было написано сразу же, когда началась война в Ираке. И в Америке оно было названо призывом к террору, и у меня мой друг близкий отказался ее печатать, американский товарищ. Да, да. Сейчас у нас тоже такие происходят. Ну, я слышал. Вот, скажем, есть гениальный писатель, который написал книгу всего за всю жизнь, Виктор Николаевич Тихомиров. Это как Гоголь или вот дальнейшее движение Гоголя, но только уже в советской действительности. А его редакторы, даже советские, отказываются публиковать книгу, потому что там черт упоминается, слово. Ну, ясно. Нет, ну это стихотворение было, конечно, про Гарри, стихотворение про староверов. Ну, мне вообще, конечно, вот вся Нарумбега и весь как бы пафос, если он там есть, он, конечно, обращен к людям, которые пытаются до конца оставить свою какую-то веру. Да. Знаете, вот там очень симпатичный момент есть среди того, что вы уже написали, еще не опубликовали. Он как-то конгениален, что ли, тем раздумьем, которое вот меня посещает. И есть некое движение, общее движение, вот, когда большие массы людей из простонародья, можно сказать, но в основном крестьянствующих, ну, отчасти и всяких скотоводов, но и еще более рудиментарных формаций, когда они выплеснулись на арену городов по всему миру, фактически в 20 веке, то возникло много течений, которые не имеют как бы общего названия. Вот сейчас у нас постоянно сравнивают советский коммунизм, вот эту вот форму, с нацизмом, германским нацизмом, проводят параллель, в связи с тем, что происходило и постоянно происходит, и до сих пор в Китае происходит. Ну, просто они сравниваешь по уровню централизации власти. Нет. Главное не в этом. Происходит безразмерное уничтожение людей по каким-то... Ну, как будто бы идеологическим соображением. Есть разница между верой, в которую мы позволяем себе верить, и даже в любой верой, и теми, кто нам насаждает эту веру. Даже если это сходится один в один. Нет, ну это же известный факт, что за Ватиканом тоже миллионные жертвы. Конечно, и, да, конечно. Так вот, но ведь никто не называет Ватикан тоталитарным государством. Нет, здесь дело не в этом. Дело в том, что когда вот это возникло в 20 веке, то всегда есть нечто, что протестует в людях против такого подхода.
И вот у вас это и обнаруживается. То есть в европейском мире это было названо вот европейской формой демократии, да. А в восточном мире, который не знал вообще, что это такое, это названо медитацией. Вот грубо говоря. Да, но у меня там как бы есть такой совершенно простой протест против продвижения вот этой рациональной цивилизации. А, учитывая, что я все-таки пишу стихи, конечно, я принимать это не могу. Я не очень понимаю, почему многочисленные мои коллеги это на ура принимают. И в общем-то, это сейчас такое время как раз, когда имеет смысл спросить, с кем вы художники слова. Ну, конечно. Совершенно серьезно. Конечно. Потому что существует какой-то модернистский проект, и существует какой-то проект, который пытается еще уцепиться за тот материк иррациональности, не знаю, там вот, того, что было этой древности, полной ритуалов, обрядов, традиций, там, всего прочего, из которого поэзия и возникла. Да. Так вот, это совершенно верно, хотя есть некое деление внутри самого европейского мышления. Вот если русское культурное мышление можно назвать европейским, ну, например, по отношению к 19 веку, то там одновременно сосуществовали, скажем, Батюшков и Пушкин. Угу. Или же, и когда читаешь стихи того и другого вот параллельно, то видишь, что между этим лежит пропасть. Ну просто это несопоставимые вещи. А судьба Батюшкова заключается в том, что он посвятил свое творчество некой любви. В его творчестве практически невозможно не найти ничего, что связано с властью. Вообще ничего. Ну, разные темпераменты, разных характеров. Нет, 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 да. Нет, темперамент был огромный, ему уже один раз отказали, он удалился, и там кот ученый у него, и все. Значит, и стихи. Значит, это как бы единое, это вот медитация. Фактически, это где-то сходится вот с этими восточными учениями. Ну, то, что делал Данте Габриэль Россетти там в англоязычной традиции. И все время сосуществует в нашем времени два вида поэтов, как бы один вид поэтов — это тот, который медитирует на какую-то даже не названную духовность. Это не то, что есть, ну скажем, это не богословие и никакие не идеологические тенденции, а вот внутреннее отношение, как в Гитанджалях у Тагора. Mm-hmm. Когда он хочет соприкоснуться с Богом все время и оказывается где-то на дороге в пыли, еще и mm-hmm. многократно пытается вот свое состояние соприкосновения с этим Высшим описать в стихах, но признаешь, что ему это не удается. Это как бы манифестация вот самого подхода, когда это может быть заменено, этот Бог может быть заменен любовью конкретно к женщине или еще чем-то, что является Высшим и непостижимым. И существует... Ну, как минимум, этот проект имеет цель, что для меня приятно. Потому да. что постмодерн ее, в принципе, нет. Нет, конечно. А есть другая тенденция, вот то, что вы называете постмодерном. И она как бы обладает неким культурологическим шармом. Наваянием, конечно, да. игровым и все прочее. Да, да. Ну вот Джойс там, да? Ну да. Да, и он как бы столб вот этого вот направления. И никуда не денешься, я думаю, что это так иначе во всех нас присутствует. Просто в ком-то, ну, в большей степени ерничество, в ком-то меньше, наверное. Ну, я не думаю, что это обязательно ерничество. Это не обязательно ерничество. Ну, может быть, но в любом Вы случае... Вы имеете в виду постмодерн? В любом случае, ощущение какого-то релятивизма, наверное, есть. Нет, но у меня с годами этого релятивизма все меньше и меньше, и я не уверен, что это хорошо. Да, я даже уверен, что это нехорошо. Да? Потому что релятивизм, перенесенный из физики на бытовую почву, это очень плохо. В физике я понимаю, а вот когда... Но не все, не любую метафору можно превращать в прямое действие. Она же нам не для этого дана, а для того, чтобы развивать нечто в себе. Так вот, но и то, и другое сходится на том, что это путь к самосовершенствованию. Вот любой вид из... Ну да, это становление, да. конечно. Да. Это путь человека. Ну, да, и в общем-то поэзия для этого и существует. То, что, да. допустим, работая над Нюрнбергом, я, очевидно, изменился в какую-то сторону. Главное, что точно изменился. Такая алхимия, да? Трансмутация там, души. Ну, невозможно было не измениться, так много рефлектируя с текстами... Достаточно да. старыми первоисточниками. Да, да. Я сейчас вот рад, что я книгу сдаю, это только первый том.
и можно будет наконец вернуться в реальность, и я хочу рассказывать написать сейчас, если у меня будет эта возможность, хотя у меня там намечается младенец. Ну, я роман написал Марко Поло при воплях двух младенцев, у меня двойняшки. Ну, посмотрим, что получится, я пока не буду загадывать. Ну, знаете, младенцы, несмотря на то, что они производят некоторый шум и другие действия, да, они сильно способствуют потому что они являются его манифестацией. Ну да. И чуть ли не основной манифестацией. А если бы их не было, зачем им нужно творчество? Да нет, понимаете, если рассматривать и младенцев, и, допустим, издательскую работу, и непосредственно письмо и все прочее, как поэзию, то никакого противоречия нет. Все отлично, то есть никакого противоречия между внутренним и внешним. Там говорили, что Гулливер — это интровертный проект или экстравертный. Я не знаю, это вот просто, я не могу сказать, кто я, книгоиздатель, общественный деятель, там, литератор, там что-то еще. Если называешь это все поэзией, что я занимаюсь поэзией, и больше на эту тему не комплексуешь. И я совершенно не расстраиваюсь, что у меня какое-то время уходит на издание книг моих друзей или просто хороших авторов. Да. Единственное, что хотелось бы, чтобы они до людей доходили. Ну, сейчас у нас какие-то продвижки в этом вопросе есть. А что вы называете? Чтобы они хорошо продавали, чтобы они были в магазинах, чтобы они на что-то влияли, чтобы они не оставались только достоянием какого-то узкого круга специалистов. Ну вот здесь лежит много книг, которые вы издали. И как вы мне сказали перед эфиром, Андрей Тавров попросил еще добавить к тому, что вы и сами принесли. Нет, я попросил его принести, просто у меня ничего не было. Да, Андрей, что мне сделать, что-то покажу, потому что у меня все на складе. Здесь я усматриваю, понимаете, вот одно дело ваша издательская деятельность, другое это существование системы книжной торговли. Ну да, вы понимаете, как я все это намешал? То есть для меня все равно издание каждой книжки — это в какой-то степени приключение. Это уже сама работа с автором, там, текстом, там все прочее. Потом мы достаточно необычно стали делать презентации этих книжек. Может быть, вы видели это со странными древними инструментами, там диджериду, там бубны. Это в институте мировой культуры. Да, да. Ну и мы так делали сейчас, самые разные варианты, в зависимости от того, кого из музыкантов поймаешь. Там, если Денис Шульгин из «Виртуозов Москвы» придет, хорошо, значит, будет одно звучание, если Гайворонские слова появятся, будет другое. Ну, в общем. Так или иначе, мы хотели сделать какой-то синтез, что, как, между прочим, всегда неблагодарное искусство, неблагодарное занятие. Да. Потому что стихи лучше отдельно. Но так это внимание привлекает. В этом смысле я что-то только не делал. Я, например, делал презентацию Гулливера на острове Хантинг-Айленд в Атлантическом океане Южной Каролины на границе с Джорджией. Они у меня там на корягах висели. И я сидел, видеокамеру вещал, рассказывал про книжки. Причем нужно было успеть это все договорить, пока прилив не придет, потому что там только коса, она, вода отходит, и вода возвращается. Вы еще не дошли до уровня Сергея Соловьева, который там в одном из своих проектов просто самолет разбрасывал книги над Украиной. Я только с ним расстался, он сейчас здесь, он у меня остановился. Да. Мы сойдемся, это я не спрашивал. У нас была идея с Андрюшей и воздушный шар поднять. И то, и другое. Но там, кроме книг, вот эта поэзия в действии, которую мы придумали, это тоже относится к поэзии в действии. Но там еще есть некоторые акции непосредственно. И сейчас, я думаю, вот мы сейчас издали тоже такой ход, акционистские издания вот книги Арсеновского, гигантского черного квадрата, наполненного какими-то, скажем, медитациями и рефлексиями о чтении Библии. Эти книжки, у него разные, у него в этой ситуации Нового Завета больше. Да. Посмотрите, у него пятикнижие он сейчас занимается. Да. Знаешь, он мне прислал вот. Сейчас он вам прислал, видимо, свою очередную работу, когда она превратится уже в очередной квадрат, не знаю, какого он цвета будет, тогда будет это. А что касается этих наших акций, я думаю, что все это когда-то давным-давно началось, когда я перелил воду из Белого моря в Черное. И потом, через какое-то количество лет, закончилась холодная война, и я решил, что это благодаря этому Белый Бог и Черный Бог слились. В единственное, вот такая штука произошла. Вот. Может быть, это шутка, может быть, не шутка, но в любом случае, это действие, я сделал то, что такое, что быть не должно. Да? Вот. Дальше, значит, было собрано очень большое количество таких,
таких бутылочек с дождями разного времени, из разных рек, водопадов, даже борщи там какие-то друзья, многие уже ушедших, к сожалению, оставляли. Значит, у меня есть эта коллекция, которая рано или поздно тоже может где-то смешать, посмотреть, что произойдет. Вот. Но наиболее серьезное, наверное, это смешение почв, потому что все началось с того, что я на Синайской горе, пророку Моисея, я взял камень, и потом его перевез к монастырю Нама Будда в Гималаях, и там его подложил. Мой дружок говорил, что все, ядерную бомбу подложили на это все. Вот, мы вернулись вечером в гостиницу в Катманду, и как раз в тот день в Буша кинули таком. Этот самый журналистский вот так. Вот я говорю, Леша, как наше действие. Это есть поэзия. Поэзия может изменить мир, говорю. Смотри, то, что мы делаем, это, разумеется, поэзия. И потом эти камни мы смешивали довольно серьезно, потому что потом я их увез в Стоунхендж, значит, уехал с Лондонской. Ну, я кинул их. Там, да, да. Потом я поехал в Эйбери, там уже можно было. Охрана, там же есть охрана у Стоунхенджа, они что, не заметили, как вы. Ну, никто мне ничего не сказал, слава богу, не знаю. Может, они потом убрали? Не думаю, трудно это убрать. Вот. И потом эти перемещения в Салоники, значит, что-то было отвезено, в Венецию что-то было отвезено, в Карнакский храм в Египте. Очень много. Это места, где люди тысячелетиями молились. Эти почвы, в принципе, соединиться, ну, как они могли соединиться? Я список гигантский, на Нурбеге в конце приводится список того, что почв, которые нужно объединить. Ну, как из Святой Земли постоянно и воду, и ну, землю да, постоянно да, по всему миру разводят. Да, я в монастырях отдавал, допустим, камни Синайской горы, у меня брали как-то это уже сколько веков разводят. Я уверен, что у меня в сумке сейчас есть что-нибудь. И там, хотя вот в Стоунхендже, там, знаете, там мел, там они мягкие, она же стоит на меловой куче. Она рассыпается. Но зато их легче узнать по этой причине. Но я все это должен сортировать. В Америке сложно, потому что там практически в Северной Америке нет священных каких-то мест. Это все не осталось. Там нужно подумать. Хотя в Орегоне, ну не знаю, там можно, там есть какое-то. Ну, центральное, это само собой. Центральная Америка и все эти древние цивилизации, это само собой. Ну и очень я надеюсь, что к завершению моего проекта религии исчезнут. Да. Мы все станем царями и брахманами, и, в общем, вернемся в золотой век. И наконец уйдем от этой тягомотины века железного или пластикового, в который мы сейчас погрязли. Ну, хотелось бы так думать. Ну, как-то процесс материализации, такой солидификации мира мне, конечно, продел. Ну, можно предположить, что вы будете жить как библейский пророк. А как они жили? Они долго жили. Да? Ну, вообще, учитывая, что планов громадье, то, наверное, придется. Да, безнадежное дело. 600 лет жить, это тяжело. Ну нет, если дело будет какое-то, чтобы себя занять, так чем ты занимаешься? Это трудно представить. Ну, может же что-то надоесть потом. Ну, я вообще не знаю. Пока не надоедает. Пока вроде куда не приедешь, всегда находится какое-то дело. Знаете, вот в этом направлении, я не знаю, сможете ли вы осилить второй том затеянного вами. Понимаете, стихи-то написаны, а стихи на три тома уже написаны. Нет, стихи стихали. Там главное вот этот вот параллельный текст. Да, параллельный текст. И этому есть предел. Не скучно читать. Да, нет, вот. Почему? Да. Нет, мне нисколько не скучно, но мне кажется, что смотря на что вы рассчитываете. Если вы рассчитываете на людей, которые сами идут в этом направлении, то они, безусловно, это будут читать с интересом. А если вы рассчитываете на то, что это будут читать люди, которые читают вот то, что у нас лежит на прилавках везде. Ну да, я-то по наивности, я, конечно, рассчитываю на нормальных людей. Они не будут это читать, просто в силу устройства их миропонимания. Для того, чтобы это начали читать, вот просто... Вы там же, в общем-то, говорите о том, что жизнь может быть гораздо интереснее, да? Да, но вот чтобы публика это стала читать, для этого необходимо... Надо читать более простой язык. Нет. Нельзя вам это делать, потому что в этом случае вы будете снижать себя. Вам ничего не надо искать. Вы делаете то, что вы делаете. Значит, как там Бродский сказал, помните, да? Вот. А мы решим, когда нам колоситься, да? Ну да. Но
публику не надо, не надо под нее подделываться, а это уже какая-то внутренняя конъюнктура. Нет, я подделываюсь под себя только. Я просто сейчас подумал, что следующий том, он, допустим, эти комментарии могут быть в письмах какому-нибудь человеку. Может быть. Тоже какой-то другой вариант. Или вот там я в конце писал что-то типа родословной Хельвига. Ну, знаете, текст, назовем это, ну да, вот Заратустра, да, или Цитадель Экзюпери. Вот к чему-то, какой-нибудь поэтической прозе такого сорта можно отодвинуться. А это же ведь тоже книги такие не общедоступные. Вы знаете, доступность ни о чем не говорит. Наоборот даже. Ну а что там в 20-е годы прошлого столетия? Эти книги издавались, ну там Сологуб издал 25 экземпляров своей книги первой. Ой, не Сологуб, извиняюсь, Ремезов. Ну я вообще удивлен, что НЛОшники взяли меня, они, в общем-то, там маленько другого направления. Ну нет, ну взяли и взяли. Это, все, это мало что изменяет. Ну, вот издаете вы сами, или издает там НЛО, или еще кто-нибудь издает. Это не меняет положение дел. Если такой замечательный писатель, как Вагинов, который позволил себе пойти путем абериутов, но продуцируя сложные тексты, он не пошел тем путем, как Хармс, скажем. Но тоже к этому же принадлежал. Ну, да. И у него такой же. И он до сих пор, вот мы о нем слышали, да, кое-кто читал, а вообще широкой публике он неизвестен. Хотя Хармс известен широкой публике. Ну, благодаря детским стихам. Ну, благодаря детским стихам, ну или еще чему-то благодаря. Но Вагинов не стал на путь, но вот он бы мог понравиться, будучи человеком талантливым и даже гениальным, он бы мог сделать так, чтобы это нравилось всем. Но он не пошел по этому пути, а делал то, что он хочет сделать. И значит, время его просто не пришло. Ну это да, да, да. Это на самом деле зависит от каких-то внутренних склонностей человека. Да. Каждый пишет, как он пишет, это отчасти. Да, ну естественно, конечно. И я сильно сомневаюсь, что вы можете что-то в себе изменить, вот сам путь этого развития, на котором вы уже находитесь. Вряд ли вы можете его произвольно менять. Нет, ну понимаете, я же еще прозу пишу, там по-другому маленько все устроено. Нет, ну что? Сейчас детскую сказку заканчиваю, например. А вот если вас перестанут публиковать, предположим, скажут, что ну все, месяца мы не публикуем больше, слишком он сложный и ненужный нашему народу, что вы от этого измените, что ли, или что-то до вас привет как-то? Вряд ли. Да я уверен, что нет. Ну, если они меня не будут публиковать, я сам себя публикую. Ну, а если сами не будете тоже, ведь вы же не оставите творчество, только по этой причине. Нет, ну, да? Конечно, нет, но слава богу, что вам лень интернет будет, но нет, ну просто лень будет этим заниматься, например. Не обязательно. Вы знаете, я как-то в последнее время не очень-то и публиковался, это же все в себе варится. Вот Сергей Шерстюк, о котором мы говорили вначале, он, ведь это не он опубликовал эти книги, он художник был известный, но книги опубликовали его друзья, ну вот, например, Саша Давыдов. Целый номер посвятил специальному творчеству, вот книги вышли, и это было сделано, да, и оно нашло путь к читателю. И я вот эту книгу я купил просто на прилавке на улице, хотя она не букинистическая никакая, вот только что издана. Да нет, часто множество книжек, которые попадались, просто случайно попадались, потом играли какую-то роль. Значит, они не случайно попадались. Ну, я, допустим, Дилан Томас начал переводить, он просто мне попался в библиотеке. А что вы переводили Дилан Томас? Книжка в деревенском сне. 40 какого-то года, не знаю, что какого, не помню какого. Всю книгу перевели? Да, она есть вот в этом цыганском хлебе. А там у него это гриф и гол в этой книжке было или Холлера? Вот это все студии заняты были трактовкой этого стихотворения. Нет, не понял. Эгриф и Гу. Оно как бы является ключевым для понимания его творчества. Его же Эллиот, вот он тоже был в любопытной ситуации. Эллиот воспротивился его публикации в Фейбер энд Фейбер. Вы, наверное, знаете об этом, да? И поэтому не все составители антологии английской поэзии включают Дилана Томаса. Вот и там сложно, там американские авангардисты его просто дураком называют, что неправда. Что неверно. По меньшей мере. А сам Дилан Томас утверждал, что я пишу как поп, но только сложнее. Но он для них
очень далекий поэт. И... далекий, далекий, и энергия другая, и сам этот раскол, который через его сердце проходил, он просто американцу не понятен. А что вы имеете в виду? Ну какой? Ну он, понимаете, он же, очевидно, принадлежал еще к той культуре мифологической, и валиец, и все прочее. Ну, пакистанского священника. Ну да, да. Это просто. Ну просто кельт, находящийся в англосаксонском мире, уже этому может привести к какому-то разлому. Можно найти какие-то строчки. Вы думаете, именно поэтому его... Ну я не думаю, что это связано только с национальностью, конечно, нет. Да нет, ну раскол этот, в общем-то, наверное, в настоящее время он у всех, насколько ты принимаешь современность, насколько ты принимаешь действительность, насколько ты способен, вообще говоря, присягнуть ее прошлому. То есть он вполне, что ли, как бы был к этому способен, но с другой стороны, он новатор, безусловно. Мне кажется, никакого сомнения нет, и он был погружен в мысли о конце европейской цивилизации как таковой. Ну, это и есть раскол. Да. И когда его однажды корреспондент спросил о том, что вот вы диссидент, ну я не дословно, а вот просто по смыслу, что вот вы здесь у нас диссидент в Великобритании, а уже ли бы вы в Советском Союзе? Он ему сразу ответил, а в Советском Союзе я тоже был диссидент. Ну да. Эта книжка поздняя, как его стихотворений, там было 6, по-моему, большущих стихотворений, вот они здесь. И, в общем-то, они ключевые. Смотри, вы листаете, вы, может быть, прочтете что-то из «Белого дома»? Они длинные, они же длинные ужасно. Ну, прочтите что-нибудь, у нас есть время. Ну вот, смотрите, тут, видимо, ошибка, потому что я в то время не знал, что кроншнеп, говорится, птица, да? Кроншнеп есть такая птица. А я кроншнеп его сказал. Это не влияет. Я в тот момент не знал. На бедре белого великана. Там, где плачет птица кроншнеп, в горле сомкнутых рек, и холмы под луной обсыпают сверкающий мел, ты идешь по бедру великана, ты ищешь ночлег среди женских, бесплодных, как камни, мертвенных тел. Год за годом, подобно мольве безымянных коллег, их раскрытые чресла бредят живой водой, и зияют, умытые дождями ночной пустотой, только крик их младенцев опять отложен навек. Разгребая песок пятернями огромных когтей, девы плачут, как птица кроншнеп, в горле сомкнутых рек, словно видят сквозь скользкие травы опущенных век мелководные проблески рыб, игры малых детей. Помнишь, кто-то любил зябкий шорох гусиной зимы, обходил по застывшим дорожкам глухие дворы, поднимался в горбатых телегах к вершине горы, рассыпая с нее клочья сена из рваной сумы. Кто-то вел хороводы под куполам и светил, чтоб сейчас пастухи и пастушки, теряясь во мгле, берегли его бедную душу в ячменном тепле, и стога на полянах хранили нетленность могил. Этот прах был когда-то целебную плотью корней, у садовника грубого, будто коровий язык, в отсырелом хлеву, где плескался ужасный родник и живичный хмелеющий жижи на мордах свиней, и под солнцем пронзающим кость золотою иглой, и под бледным играющим шелком холодной луны ты мечтал, уповая на милость озерной волны, что прибрежные мертвые камни не станут золой. Твои жены качались, как клевер пчелиной молвы, на полях уходящих предсмертную дверь сентября, и монахи с крысиной ухмылкой лесного царя все визжали, покуда крутое знамение совы не очертит им грудь. Этот праздник действительно цвел пышным цветом, и в полдень олени стада шли на поиск любви и трубили ночной произвол, чтоб разжечь фейерверки лисиц любопытство крота, чтоб гусыни, стеная на сетках кроватных пружин, взбили сладкие сливки в своей необъятной груди, чтобы ты навсегда и навеки остался один и оставил стук их башмаков далеко позади, чтобы плакала птица кроншнеп в горле сомкнутых рек, ведь никто не родился, никто не оставил свой след. Никакой заболевший ветрянкой смешной человек, доброй мамой гусыни, завернутый в клетчатый плед. Кто ж теперь поцелует губами клубящийся прах, если в прахе качается маятник старых часов, клочья сена гуляют в присядку
и в ржавых замках не осталось кухонных рецептов, былых голосов. Если каждую розу дотла и сушил менестрель, но велел прославлять, словно розу, ржаной каравай, и церковные гимны звучат, как пастушья свирель, вызывая когда-то умерших пастушеский край, научи меня детской любви под соленым дождем. После смерти любимой, ушедшей в последнюю ночь, если именно на траурном камне прочитано днем, его ночью не слышит счастливая царская дочь. Лишь по этой царевне рыдают могилы холма, лишь по ней плачет птица кроншнеп в горле сомкнутых рек, и пожары соломенных чучел, сошедших с ума, полыхают из старого века в невиданный век. Да, мне нравится, конечно. Я теперь так и буду говорить. Спасибо. Очень хорошо. Вы знаете, это стихотворение совершенно не переведено, это переложение просто невероятное хамство, конечно, с моей стороны. Нет, это единственный способ. Я, собственно, занимался... Это можно делать, когда уже есть подстрочники, когда уже сделано, это уже на 100 раз профессионально. Невозможно сделать подстрочники. Я просто исследовал Дилана Томаса. Я тоже смотрел. Невозможно сделать подстрочник его, потому что близкие по смыслу они, да, у него, его манера поэтическая, она во многом следует некоторому направлению вообще мировой литературы. Вот я вам сейчас приведу пример, а потом еще про него несколько слов скажу, и после мы перейдем вот к книгам, которые вы разложили, вы кратко расскажете об этом проекте. Вот была такая поэтесса средних веков Хо Санг Хонг, вьетнамская. И вьетнамский язык, в нем существует такая пентатоника. Одно и то же слово может быть произнесено в 5 различных тональностях. И этим вот не может владеть человек, который либо чрезвычайно не одарен чрезвычайно музыкально, и не имеет такой практики с детства. Так вот, она, скажем, описывает в стихотворении, описывает некий буддийский храм, и в другой тональности прочтенное все стихотворение, это брань по поводу монахов, которые предаются там небогоугодным делам. И есть еще и третий способ прочтения этого же стихотворения в другой тональности. Это перевести нельзя. Ну, на русский язык переводили, но это акростих делали, но, в общем, это не передает, совсем не передает. Вот приблизительно этой традиции следовал и Дилан Томас. Дело в том, что есть исследование, которое... Да, что касается ударений всех этих сложностей и фигур, и ритмических фигур. Там совершенно точно. Там как бы... Он создавал транспарантные картины. И вот есть картина мифологическая, связанная с античным определенным слоем. Она цельная, все стихотворение может быть так прочтено. А вот есть некая современная картина, а есть некий миф, который он сам создает, и все это одновременно существует на одном и том же лексическом материале. Ему удавалось это согласовывать. То есть это филигранная поэтическая техника, которая не имеет себе равных в англоязычной поэзии. Некого поставить рядом. В смысле того, как сделано просто вот это. Я уже не говорю о содержании. Он в каком-то смысле он гений, вот сопоставимый с такими величинами, как Шекспир и вот такого рода поэт. Да, я очень рад, что он вам нравится. Я писал ему письма из таверны «Белая лошадь», где он практически помер там вот на сайте. Я просто восхищаюсь и всегда, видимо, останусь его почитателем. А вот ваш перевод, мне кажется, крайне удачным. Именно потому, что вы не пытались сделать то, что сделал он уже. Я понимал, что это невозможно. Да. И вот было много попыток за последние 30 лет перевести Дилана Томаса. Ни одна из них не выдерживает никакой критики. Но вот это, то, что вы прочли, мне кажется, это очень удачный, успешный перевод. Или приложение, Переложение. Да, или же стихи. Ну, вообще, на самом деле, хороший перевод, это стихи, написанные на тему... Наверное. Которые передают саму суть поэзии. Понимаете, мне приходилось переводить американцев много. И если это люди еще неизвестные, то их, конечно, нужно точно переводить. Там уже какие-то переложения не сработают. Возможно ли это вообще? Не поймешь, для чего это.
Ну, не знаю, это... Как минимум показывает, что написано, но вот мне какая-то акция такая происходит, ну, конечно, это далеко от творческой работы. Вот мне так выседует Петр Тороп из Тартусского университета, как-то присылал их записки, он на кафедре эстонской литературы был, когда Лондон работал на кафедре русской литературы. И там были переводы, вот, скажем, Дилана Томаса. Они исследователи, они исследовали. И вот они там, значит, четверо или, может быть, пятеро исследователей пишут строчку Дилана Томаса, а потом еще пять раз повторяют каждый свой вариант. И вот так все стихотворение, предположим. Понимаете, поэтому они таким образом пытались передать некую вот эту красоту, которая там заключена. Ну им за это деньги платили еще, на самом деле? Нет, они ученые, они там на это ничего не зарабатывали. Да ну что, какие ученых деньги? Ну вы же нам знаете, будущий отпуск ученых, вы должны знать, что это не самое такое. Да нет, я понимаю, но Бог его знает, мало ли что. Да нет, ну что. Лотмана, что-то не бывает. Лотмана обвиняли там на кафедре, что, значит, вот за $50 продает записки Тартусского университета серии «Семиотика». За $50 там в Камергерском современном в артистическом проекте. Вот, что было крайней степенью абсурда и идиотизма со стороны тех, кто мог такое просто подумать даже. Но можете представить себе уровень бедности ученых, даже если бы они это делали, можете представить, это за $50 что-то там продавали. Ученый должен быть обеспечен таким образом, тем более с мировым уровнем, чтобы про $50 он мог даже не думать. И никто бы не мог предположить, что ему это нужно для чего-то. Так вот, они так делали, но это я не воспринимал. Но есть вот научный подход, который требует какой-то точности там и какого-то приближения, что ли. Но это сразу убивает поэзию. Моментально. Потому что если, как я понимаю, если почувствовать в оригинале, почувствовать вот это поэтическое движение, которое находится под словами. Ну да, да, да. Вот там именно это переводит. Поэзия не поступайся шире, там, не верь точкой в пунктире, да? Да, знай точность тайн, ну Пастернака была. Да, поэтому мне кажется, что Пастернак, кстати, был замечательный переводчик именно по этой причине. Да, да. Он реабилитировался, потому что ему приходилось идти на компромисс в своем творчестве, да, 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 который его просто убивал, и он в конце только вот доктор Живаго сочинил. А когда он переводил Шекспира, то он ставил себя на ту высоту, которую он был бы достоин, если бы не существовала вот эта цензура вот этого окружающего пространства, в котором он находился как оригинальный поэт. Я думаю, что Цветаева не зря его так ценила высоко, и другие поэты великие, они понимали его потенциал, но выразиться он мог только в переводах. Я начал писать стихи, потому что мне попались там, в возрасте 14, наверное, лет поэмы Пастернака. Да. Я подумал, что о, если это поэзия, то мне это интересно. Да. Так вот он, наверное, поэтому... Потом это все изменилось, потом сейчас мне совершенно другое. Вы, наверное, поэтому так восхищаетесь стихами Парщикова, Алеша? Ну, отчасти, не знаю. Понимаете, потом от Пастернака и как бы Вознесенского я потом совершенно какие-то другие вещи ушел. Есть люди, которые, да, идут там от Пастернака, которые от Мандельштама. У меня все-таки Мандельштам главнее оказался, в конце концов. Я разделяю ваши... И так же, как кто-то от Толстого, кто-то от Достоевского, у меня почему-то потом оказался Достоевский. От Толстого к Достоевскому? А вот здесь мы с вами расходимся, а я наоборот. Вот как-то, ну так вот получилось. Ну вы, наверное, не хотели читать Джеймса, да? И стали читать Достоевского. Понимаете, у меня вот это был момент, когда я оказался в Америке, еще работы у меня в то время не было, и мне не совсем было ясно, что делать. Я очень переводил вот этого Дилана Томаса, это был 92-й, наверное, год, который мне случайно попался в библиотеке. И единственная, собственно, рекомендация была, потому что я прочитал у Картасара в «Беглеце», что он там какие-то добрые слова об этом сказал. Я не понимал вообще в американской поэзии ничего, но там, скажем, был Иосиф Бродский, он мне что-то подсказывал. Он такой про это мне сказал, что ну это вам по уму, там, по уму пассивам. Я говорю, а что я говорю? Ну, типа того, что, а что так говорю? Ну, не важно, такое было. Ну, вот. И тогда я понял, что я, в общем-то, свинским образом совершенно Достоевского не читал, это только в школе, где я написал сочинение по
преступление и наказание, не читая совершенно его, конечно, свобода была невероятная. Я написал полную чушь. То есть я врал на ходу, я не знал, кто что там сделал, и у меня там почему-то кто-то кого-то изнасиловал, что-то украл. Но я всю вот эту галиматью написал, и в конце концов закончил тем, чтобы если Раскольников пришел ко мне перед тем, как убивать ему старушку или нет, я не знаю, что бы я ему сказал. И вроде бы, слава богу, что сказал не на всю школу был. Ну, в общем, 2-2 я получил. В общем, у меня такой начальный литературный опыт были такие экстремальные. Ну, они у вас сейчас, по-моему, страдают тем же самым достоинством? Ну, не знаю, может быть. Я помню, был один момент в школе, когда я по Фадееву писал сочинение и передал там какую-то поэтическую, господи, интонацию в разгроме, да? Что-то там скачут, они же засыпают, там что-то еще. Я так удивился, я в общем-то считаю, что я плохой мальчик. И там вот что вот, давайте вам просто учительница выходит и говорит, давайте я вам почитаю, что он написал. Это было странно, я так в школе я не предполагал. Но я сочинял песенки там, да. И потом я долгое время промышлял политической песней, причем рок-н-ролльной. Как бы в другом варианте рок-н-ролл существовать не мог, а я какую-нибудь мог непотребщину по тем пониманиям, петь, например, «Защиту Кубы», да, там. «Как Колумб, трубу подзорную вижу землю, иллюзорную встает остров, заревели легенд». Не важно. В общем, я просто помню, что можно было как минимум эти ритмы показывать, да, что-то можно было такое делать. И на всякие фестивали ездил, какие-то у меня грамоты остались. А я из вашего творчества усвоил, что вы не любитель рока, а напротив, любитель джаза. Ну, я уж не знаю, как с джазом, я не такой, я нот-то забыл совсем. Нет, ну я не в том, я не в смысле как исполнителя, а вот вы там явно проявляете любовь вот к этому жанру музыки. Ну, понимаете, я просто читал с джазовыми ребятами стихи. Угу. А то, что я сочиняю, это такое, это фольклор такой. Я не знаю, трудно сказать, насколько это есть стилизация. Но это некое такое анонимное творчество. Это такая песня, такие песни, которые, как будто бы не я сочинил, будто они существовали уже. Ну, вы знаете, это очень любопытно, потому что... У меня вся эта Нарумбега отсюда, наверное, и начиналась. Вот я хотел об этом сказать. Я не знаю, почему откуда это взялось. Вы знаете, вот существует такой проект... «Жизнь и приключения» Марпла некого. Это Сумароков сделал, по-моему, это где-то в Риге существует, я даже там поучаствовал. Но был создан проект, открытый проект, в который разные авторы со всего мира присылали текст, это некий гипертекст, свои тексты присылали вот об этом персонаже или от имени этого персонажа. И все это публиковалось как один большой проект. И, по-моему, этот проект до сих пор продолжает развиваться, и кто-то еще что-то присылает ему руку. Но в каком-то смысле вот ваша книга, которую вы готовите к публикации, она напоминает такой проект, но сделанный одним автором. И я это воспринимаю как некий вот неофольклор городской. Вот город из себя что-то извергает такое сейчас. У меня такая фраза была, что для меня поэт скорее не городской сумасшедший, но лесной царь. Что-то в таком роде, да. Скажем, у него к этому там. Потом, понимаете, конечно, еще зависть во всем, за всем этим проектом стоит, потому что, разумеется, место поэта в традиционных обществах было гораздо более достойное, чем сейчас. Он сидел рядом с королем в шестицветных одеждах, там у тех же самых валийцев. Большой властью обладал, не говоря уже просто о чисто, не знаю, силе слова, да, то есть он уже был близок к шаману, там еще, что он дождь мог останавливать, излечивать людей, там то другое. В общем, у него тоже эта функция входила. То есть он был больше, чем поэт. Когда Пушкин даже описывает это вот во время этих войн на Кавказе, куда он был сослан, он там встретился с каким-то пашой или высокопоставленным очень человеком восточным. И тот его спросил, кто он, и он сказал, что я не помню, на кого ссылался, Вяземский или там Дельк, назвал меня поэтом. Mm-hmm.
И этот паша изъявил ему все знаки почтения, какие только он мог, и об этом Пушкин записал, которые только он мог изобразить по отношению к такой личности, который поэт. Нет, у нас всякие лозунги, которые в Гулливере есть, и один из них это очевидно совершенно уйти от этого пессимистического пьяного гуляки, дуэлянта там еще кого-то. Это такие надуманные, скучные, по-моему, вещи. Ну, кстати говоря, Пушкин не был таким. Это... Ну, не Пушкин, хорошо, но все равно. А знаете, кто был таким? Был не Александр Сергеевич, а Лев Сергеевич. Он представлял, Пушкин-то все время в ссылке был, а вот Лев, он был на него почти фотографически похож, обладал таким же голосом, также декламировал стихи. Это вы Хармса прочитали? Нет, не Хармса, это профессор писал, выскочил сейчас, Майков в конце 19 века, он исследовал нецензурные стихотворения Пушкина и установил, что большая часть этих стихотворений написана была Львом Сергеевичем. Да? Да нет, я же не про Пушкина говорю. Ну просто все равно, как бы эта идея яркой якобы жизни и быстрой смерти и всего прочего. Ну вот не очень мне это сейчас интересно. Ну, все такой рок-н-ролл такой. Ну рок-н-ролл тоже неплохо, но дело не в этом. А дело в том, что вообще вот в поэзии советского времени преобладали вот такие мотивы, ну, суицидальные мотивы, да. И они и сейчас продолжаются во многих видах творчества, когда поэт не дает себе труда, будучи даже одаренным и талантливым, не дает себе труда стать поэтом с большой буквы, потому что вроде бы, ну вот как Сабгир там, предположим, да? Вот тексты написаны, там и протестное, что-то такое и прочее, но на самом деле это никакая не поэзия, это социальные акты. И нельзя признать вот этих кумиров, так сказать, постмодернизма, неправильное название по отношению к советскому явлению, их нельзя назвать по сути поэтами. И это вообще никакая не поэзия. Стихотворчество нельзя путать. Ну с да, потому что для меня совершенно существует какая-то гуманитарная поэзия или там буржуазная, обывательская. Но в общем, в любом случае, какой-то такой безопасный вариант творчества. Да. Он очень мил, вот, в клубах это все может звучать, с его помощью можно нравиться барышням, можно получать какие-то отзывы и стипендию словистов. Это все нормально. Ну, конечно, наиболее интересен уровень какого-то откровения, на уровне, когда человек соприкасается с какой-то там, боже мой, себя измеряет на фоне тайны бытия. Да? Это может быть громкие слова, но в принципе это понятно, о чем речь. Конечно. Это существует. Если вот этой позиции нету, филология в чистом виде, которая сейчас стала поэзия, мне как-то неинтересно. И может быть поэтому от филологии убегая, и мы в эти бубны стали стучать, и на горы забираться с камнями, может быть, не обязательно филология, существует и более прагматически существуют вещи. Да. Ну, признанность, например, какими-нибудь социальными меньшинствами или же социальными группами, да. Там, гомосексуалистами или еще. Там странно, почему-то это как-то очень закрыто, это общество закрыто, и как бы не поймешь, я не вижу смысла бороться с этим. Ну, конечно. То есть я понимаю, что нужно что-то свое делать, свое показывать, никого обижать не нужно, потому что они тоже, видимо, от чистого сердца это делают. Ну, в этом я сильно сомневаюсь. Насчет чистого сердца, потому что чистое сердце это как раз и есть поэзия. А всякая такая та или иная форма конъюнктуры это уже из другой области. Но вот я обещал нашим зрителям, и теперь возвращаю вас к вашему проекту книжному. И просто прошу вас рассказать, что вы хотите о книгах, которые вы же издаете. Ну да, мы начинали у Саши. Тем более книги здесь есть. Да, книги есть. В принципе, мы издали сейчас 70 наименований, много. Довольно много для такого издательства, как у нас. Вот, мы начинали с Сашей Давыдовым, у нас была идея создания какого-то, ну что ли, гамбургского счета «Лучшее из лучших», да. Несмотря ни на что, ни на рынок, ни на там слова старших или кого-то еще. Оба люди пишущие из этой среды, ну и в общем, как бы, просто через друзей, ну и так далее, мы знали примерно, что происходит. В этой среде. Тем более, что время изменилось, для книжек, условно говоря, гуманитарных места практически не осталось. Ну и вот мы создали эту серию, сначала это была серия «Русский Гулливер», издавали
сначала совместно с издательством «Наука», там вышла книжек 16, потом вот это все. Имеете в виду прозу или стихи? Вы знаете, она была внежанровая, там была поэзия, проза и стихи. Большое количество авторов, в общем-то, потом поднялись. То есть у нас был такой, даже, может быть, испытательный стенд. Допустим, Сашу Ильичевского Давыдов до этого издавал, но у него в первый раз большая книга вышла. У нас Валера Вотрин, просто познакомились по имейлу, по ЖЖ. То есть для меня это идеальный вообще вариант, издатель и автор, когда, ну, понравилось так печатать. Ну, так и должно быть. Ну да, там, я не знаю, Картастар к Борхесу пришел, да, принес журнал, и тот взял, напечатал, тот стал этим самым Картастаром. Вот. Не знаю, как насчет Картастаров в нашей серии, ну, в общем, мы издали какое-то количество прозы. Я очень рад, что была издана Юлия Кокошко из Екатеринбурга, Зиновий Зинник из Англии. Уместно было то, что мы издали Ивана Жданова и Алексея Парщикова, несмотря на то, что они достаточно люди известные, почему-то и книжек в последнее время. Ивана Жданова очень мало было. Очень мало было, да. Да, почти не было, может. Как бы вот это издали. Леша Парщиков, ну, как-то стоял вообще, ну, у самых стоков нашего Гулливера. Это все происходило потому, что не было понятно, как издать, как издаться. Как издать книгу Андрея Таврова, мы с нее начали. «Парусник Ахилл» была первая книга Андрюшина, вторая книга была Саши Ильичевского, «Бутылка Кляйна». А в чем было трудно, собственно говоря, с Тавровым? Ну, не издавал у них, не хотел ни что брать, издание некоммерческое, я не знаю почему. Ну, некоммерческое, да, не хотел. Ну, так это... попробуй, придумай, не знаю. Ну, что, вы думаете, что прекратил, что ли, и сейчас продолжает? Ну, ничего не изменилось, но мы издали, как минимум, какое-то движение произошло. Сейчас, вот буквально позавчера забрали его новую книжку «Часослов Ахашвероша» и переиздали «Зиму Ахашвероша». Тоже вчера я забрал книгу «Осиновского плавания», которую мы маленько уже говорили, здоровенную. Просто внушает. Да. Черный квадрат, он весь, был плоский. Весь монументальный. Его первично будет исполнение. Ну, а да. Сейчас это... Ну, здесь это нужно было тоже вот подвергнуть чернению тогда. Чтобы может быть, чтобы... Черный... Ну, там, понимаете, суть в том, что, может быть, обложка черная, мысли там не все черные. Ну, не так все просто. Эта книга одновременно и объект. Я думаю, что и внутреннее содержание за этим всем, конечно, скрывается. Вот, потом просто по причине какого-то безденежья, мы, разумеется, могли существовать только за счет дотации, только сейчас что-то, я надеюсь, изменить. Мы стали издавать серию поэтическую, которая превратилась в гораздо более что-то демократическое, это серия обзорная. Это вот она перед вами, это вот эти карты, которых мы издавали, не знаю, очень много. Это в основном молодые поэты, да? Это в основном молодые поэты, но вы знаете, мы в ней издали и Олейникова, например, и Смога, и Бирюкова, вот, знаете, Сережа, да. То есть это вовсе не обязательно молодые поэты, хотя сейчас вот у нас вышла достаточно молодая Алла Горбунова из Питера, Александр Стесин из Нью-Йорка, сейчас будет книжка замечательного автора, ему 19, может быть, 20 лет, Алексей Афонин. Вот, казалось бы, да, какой-то там существует отцы и дети, проблемы поколения, там, не понимают ничего. Удивительно, он с Андреем Тавровым, Андрей, мы вместе с Тавровым сейчас издаем все. Он просто с ним переписку вступил и выяснил, что люди могут даже при таком вот возрастном разрыве говорить на одном языке. Ну, так что все не так уж и страшно. Вы и наши... тоже говорите фактически на одном языке с Сергеем Жерстяком, с которым вы не знакомы. Ну, да. При жизни были. Ну, да. Хотя могли быть знакомы, если вы были знакомы с Давыдовым, с Парщиком, это все один и тот же круг. Ну да, с Сашей Давыдовым вот мы издали комментарии памяти Леши Парщикова. Вот. Ну с Лешей действительно, когда мы начинали, он нам помогал там какие-то наши манифесты писать. Мы же еще манифесты писали, господи, мы же дети. Я потом уже новых мы понаписали. Там, в общем, главная идея наших манифестов, первое, что поэзия может изменить мир, и второе, то, что мы не боимся негра с красной бородой. В общем-то, если вы присягаете двум этим мыслям, двум этим лозунгам, вы русский, вы можете быть русским Гулливером. Я могу сказать, что Лена Шварц, вот, скажем, присягнула вполне этого Царство Небесное, Леша Парщиков, в общем, многие. А те, кто начинают спрашивать, кто такой русский Гулливер, кто такой негр с красной бородой, уже вызывает подозрения. Я даже для авторов анкету проводил.
Ну, да, начиналось с общих вопросов, почему вы в наше издательство обратились, там, дальше. И последний вопрос, естественно, боитесь ли вы негра с красной бородой? Вот. Константин Кедров, например, меня поинтересовался. Константин Кедров озвучивается. Это, знаете, Миша напоминает, есть такой музыкант, профессор Линзон, который знаменит тем, что он собрал и опубликовал книгу еврейских анекдотов. И она пользуется там переизданием, уже ее который раз переиздают. И там есть у него тестовый анекдот. Тоже вот не переспрашивали, значит. А тестовый анекдот заключается в том, что, значит, шел еврей по улице, нашел кошелек, которому не хватало ровно 5 рублей. Если начинаются вопросы, то это уже о многом говорит. Да, значит. Ну, проект существует. Сейчас какие изменения положительные, они такие. Все-таки мы смогли заключить договоры напрямую с большими магазинами. С какими? В Москву имеете в виду? Библиоглобусом, как минимум. И там наши книжки будут стоять, что уже очень хорошо. С распространителями это было все тяжеловато. Это часто все. Это очень трудно. Это трудно потом отбить деньги. Вот сейчас Олег Осиновский появился, он все-таки такой боец, он что-то отбивает, умеет, все-таки у него эта жилка есть. Я этого не умел делать. Вот. И возможно, ну, во-первых, у меня дети маленькие, 5 лет, я думаю, что мы, может быть, будем издавать какое-то количество детских книжек. Почему бы и нет? Во-первых, Гулливер – персонаж, ну, это герой детского пантеона. И вообще, ну, если детского? Ну, в принципе, детского тоже. Потом я хочу написать просто сказку про русского Гулливера. А вы читали в приложении Заболоцкого «Гаргантюа и Пантагрюэль»? Нет, почему же? Я вам очень советую. Да? Заболоцкий сделал такую книгу. Я напишу про русского Гулливера, и там негр с красной бородой будет. «Гаргантюа и Пантагрюэль» — это же представляющий такой. Ну, для детей, наверное, сложно. А как? Нет, он сделал так, но моему сыну 13 лет, когда он начал читать эту книгу вот такой толщины, Заболоцкого, он ее прочел за 2 дня от корки до корки. Дико хохотал просто. Ну да. Вот хотелось бы, чтобы смешно было. Это очень смешно, это крайне смешно. Чуковский же Мюнхгаузена переделал. Да, многие переделали. Я недавно его читал детям, по-моему, Чуковский. Дай бог, у Чуковского там были осложнения, в отличие от Заболоцкого. Дело в том, что там у него есть прототипы советской действительности. Угу. Он умудрялся соединять вот классические сюжеты, и еще надо вставлять нечто, что указывало на некоторых лиц. Ну и тоже можно сделать, лица вокруг множества. Ну да, но это детям уже не очень интересно, мне кажется. Ну тогда, ну дети растут же тоже. Это только исследователям, вот филологам, ну, да, заботиться могут этим. Нет, ну об этом нужно позаботиться, потому что действительно, вот сидячи... У нас совершенно нет детской литературы, хотя есть сочинители детской литературы. Да, да, почему вот авторов русского Гулливера множество, 70 человек, давайте, когда бросите клич, давайте для детей напишем. А почему бы не публиковать тех, кто уже написал? Кто уже? Ну, вот я вот знаю такого, которые, давайте. Которые сочиняют для детей, давайте. Исключительно только для детей. Да? Да, есть, ну, такие авторы, значит, в Москве. Я просто сам хочу к этому приобщиться. Я давно уже детям своим обещаю. А вот это очень трудно. Вот если своим детям будете писать, то я надеюсь, что это будет очень интересно. Ну да. Вот из этого что-то получается. Конечно. Вот, как у Карла. Конечно, просто так как-то не поймешь. Зачем? Нет, я вчера просто был потом у другого книгопродавца, и он совершенно мрачно сказал, что все эти ваши гуманитарные штучки не пойдут. Говорит, не идут. Говорит, все, я понимаю, что нет. Это кто это интересно сказал такой? Лабиринт. Да, знаете, вот я одно время этим очень... И он говорит, вот посмотрите время, Пастернак. И он все-таки, у него процентов 12 только поэзия, а остальное что-то другое. Ну, говорю, ну мы же не совсем издатели, мы поэты, издающие поэтов. Ну вот приходится, если мы, знаете, хотим... Это совершенно неправильная точка зрения, он неправильно сказал. Я знаю, что он сказал неправильно. Потому что на ответ, какая у вас вообще там гиперзадача, там цель, я говорю, ну как, мы хотим мир изменить. Мы не боимся неба с красным бородой. Но это все как бы слова, но ну как? Какие-то нам нужно получать возврат какой-то. Просто потому что получается какой-то такой идиотский альтруизм, вот этого мозоли на сердце, это что-то такое. Нет, не мозоли себе сердце, потому что это совершенно не альтруизм. На альтруизм ваша деятельность... Но, с другой стороны, в последнее время я не ощущаю каких-то мозолей на сердце. Нет, она у вас не похожа на альтруизм, ваша деятельность. И я думаю, что если вы не бросите, потому что многие бросают, вот, ну, за тот вот мой жизненный опыт, который уже
длительный, я уже видел много издателей, которые сами являются поэтами-писателями. Нет, ну Комаров издает пушкинский фланш. Ну я понимаю, но большинство бросают. Бросают все те, кто ограничивает себя компанией. А вот выйти за пределы, знаете, вот как почти каждый писатель может написать первую книгу, а со второй у него трудности. И часто непреодолимые. Также издательство. Вот. Вы имеете в виду, что круг авторов? Вот круг авторов, если удается выйти, а для этого нужно иметь кругозор, который превышает личные интересы и амбиции. Да, это само собой. Если бы мы с Андрюшей издавали только что то, что мы любим, мы бы издали 4 книжки, может быть, 3. Да. И что это за издатели мы были бы? Да. Так вот, если вы будете продолжать стоять на этом пути, то я думаю, что вы станете значительным книжным издателем. У меня такой цели нет, честно говоря. Ну, вы же все равно этим занимаетесь. Почему у меня такой цели? Как можно делать такое большое дело без цели? Ну, почему? Я издаю книги, но я не говорю, что я хочу стать крупным издателем. Нет, так это получится помимо вашей воли. Ведь хотите стать крупным издателем, вы можете, но тогда вы начнете издавать конъюнктуру всякую. И вы станете крупным издателем. Вот так, идя по пути традиционному... Конечно, мы идем по пути традиционному... русскому, богоугодному. Да, все это правильно. У меня очень хороший был разговор с Никитой Струговым, он как бы примерно таким же делом занимался всю жизнь. Это хорошее, благородное дело, но издать книжку про то, как русский Гулливер знакомится с негром с красной бородой. И, допустим, русский Гулливер он родился где, как вы думаете? В Тольятти или Комсомольске-на-Амуре? Ну, быстрее в Комсомольске-на-Амуре. Ну, в общем, биографию нужно начинать сочинять, как бы, и пошло-поехало. Судя на вас, я сразу понимаю, что Комсомольске-на-Амуре. Комсомольске-на-Амуре. Хорошо, спасибо. Прочитайте. Ну, уж не в Тольятти. Я плохо знаю, что такое Тольятти. Я знаю, что там зовут. Комсомольске-на-Амуре я тоже не был. Да, но уже что-то про холмы там на сопках Маньчжурии и прочее. Сразу многое вспоминается. Нет, ну я сибирский, конечно. Я прожил почти 25 лет в Сибири, в Томске. Томский университет. Потом жил на Урале. У меня хорошая такая биография. Как на судьбу даже похожая. Я сначала жил в Сибири долго, потом в Екатеринбурге. Я все время так шатлинг между двумя городами так было. Между Томском и Свердловском Екатеринбургом. Потом между Екатеринбургом и Москвой. Потом между Колумбия, South Carolina и Нью-Йорком, то есть у меня так получилось. Потом между Нью-Йорком и Солт-Лейк-Сити, просто у меня там подруга жила. Вот. Потом я женился, потом у меня эти уже перемещения закончились, и с женой мы переехали на Лонг-Айленд. И потом уже были перемещения только между Лонг-Айлендом и Москвой. Значит, такие были переезды, хотя я жил еще вообще в всяких странных местах, и в Новой Мексике. Про Юту я сказал, там в Калифорнии, ну какие там, я во всяких глубинках таких интересных, где русских нету. Как-то у меня такой, ну, такая одноэтажная Америка, да, вот есть какой-то такой опыт. И кстати, любовь к природе, там, не знаю, к людям, там много интересного. Вот, и туда я как раз через 2 дня возвращаюсь, посмотрим, что меня ждет. Но, в общем, все равно я думаю, что как-то персона какая-то, наверное, в Сибири сложился, и именно в Америке это уже и проявилось, потому что там люди как-то по-другому раскрываются, все-таки земля чужая, и там я допер, что, наверное, какое-то, наверное, вот это простодушие, я не знаю, что, в общем, это свойство, я не знаю, описан ли вообще этот менталитет какой-то сибирский, да, как-то... Библиотека сибирского романа в советское время. Сибирячок, мудрячок, бодрячок, я не знаю, что имеется в виду конкретно. Но, в общем, что-то такое есть. Вот со Жданом мне очень просто разговаривать, потому что мы... А вы знаете, что вот это стихотворение про... Про эти гари, да, про Данилу. Он подговорил тысячи людей, просто себя сожгли. Да. Да, нет, я не это имею в виду, но дело в том, что население, русское население Сибири, оно же в основном, это люди, которые шли в поисках, казаки ли они были? Да, у меня, в общем-то, родня... Они Беловодье искали, они не за свое. Мои не искали Беловодье, мое столыпинское переселение, дед месяц из Украины, Роман месяц туда переехал, просто крестьянин был, и он
там вчера лес. В биографии написано, что он был у вас из Донецка и не крестьянин, а типа, ну вот я сейчас точно это не помню, но где-то там есть в Википедии, там все, что теперь есть. Ну там всякая ерунда написана, там написано, что родился в 1963 году, там еще что-нибудь. Я не знаю, там это неправда. Ну а что вы не... Он был крестьянин, но кто там работал на шахте, тоже. Он... А что вы не поменяете это? Ну, я не смотрел. Я не смотрел. Это же все меняется там. Да-да, я знаю, я посмотрю. Это не знаю, про Донецк это неправда, из Полтавы они были. Из Полтавы, ну знаешь, неправда. Хотя там родня что-то изучает. В общем, они, а бабушка из казаков, Челдоны, это вот люди с Дона. Вот. И, в общем, такая мешанина украинцев и казаков, вот это отсюда. Ну, такое. Они даже ждали даже поначалу. Там, отношения были сложные. Вот. А потом как-то их раскулачивали где-то. У меня сидел 8 лет. Отец потом как-то был сыном врага народа, но потом реабилитировал. И после 20-го съезда и как-то... Поверил, что партия может быть человеческим лицом. Ну, в общем, не знаю, там можно долго об этом рассказывать. Я в книжке «Лечение электричеством», хулиганской такой книжке, где в основном, скажем, пьют и занимаются любовью, там вставил воспоминания бабушки как раз про все эти переселения, про все. Потому что здесь описывалось такое дно эмигрантской жизни, такое полубандитское. Там, окружение, вот там городки, где жил, было действительно полубандитское, персонажи колоритнейшие, очень интересные, как-то, ну, пили слишком много, утомительно, потом это все прекратилось, кто-то умер, кто-то с этим завязал, просто, ну, как-то все это рассосалось. Но тогда это, в общем, были беглецы от различных разборок, которых должны были убить то ли в Питере, то ли еще что-то. И, в общем, они занимались, бог знает чем, там, машины переправляли, купленные по кредитным карточкам в Россию. Или, ну, много интересного, кокаин, там, всякая такая чепуха, в общем, было на что посмотреть. Вот, и просто мне это было интересно сопоставить, это воспоминание бабушки ее, где она пишет про переселенцев дело Столыпинского времени, а я почему-то пишу о переселенцах моего поколения, которые переместились на тот материк. И я ведь когда туда уехал, я думал, что я там останусь. Это странно, у меня до какого-то времени я был уверен, что я там жить буду. Сейчас не понимаю, как вообще такая мысль могла быть. Вадим, у нас осталось еще 11 минут, и я хотел вас попросить почитать стихи или спеть, или что вы захотите из своего творчества представить нашей публике. Вы можете это сделать? Ну да, я читал уже много. Буквально то, что вы хотели бы. Сначала скажите, что это за штука. Ой, это, во-первых, это талисман Гулливера, это тотемный знак мой, это черепаха, купленная у индейцев, ее, конечно, не я убил. Это музыкальный инструмент, они делали из нее маракасы. Куплена она в апстейте, я уж не знаю, там у какой-то, видимо, индейцев алганкинской группы. Вот, это черепаха-самочка Бакстерл. Я это знаю, потому что мы когда грибы там собирали, мы таких часто находили, самец красный. Вот, она как бы, ну, если вот петь можно что-то. Кради колокол ударит, звон грабителя догонит. Он кровавый нож уронит, побледнеет его лик. Он на ярмарку вернется, нищим золото раздарит. А для матери-старухи красный камень сердолик. А для матери-старухи красный камень сердолик. По широкому по полю за купеческим обозом шли мы, задерживая слезы, прикусивши свой язык. А в ларце у бусурмана расцветал пышнее розы, и горел зарей победной красный камень сердолик. И горел зарей победной красный камень сердолик. Не печалься, что дорога тебя вдаль уже не манит.
перепуганные кони замутили твой родник, а любовь тебя догонит, сердце бедное поранит, и на сердце ляжет камень, красный камень сердолик, и на сердце ляжет камень, красный камень сердолик. Закричит ночная птица, хоть бы вымолвила словом, я бы в нем услышал клятву, я б к нему душой приник. Сколько лет прошло, не знаю, от рождения Христова, а в глазах горит, сияет красный камень сердолик, а в глазах горит, сияет красный камень сердолик. Так интересно, как вы смешиваете землю или воду. Так вот сейчас в этой песне, ну, совершенно такой, такие какие-то фольклорные аргументации вы смешали вот со звуком вот этой черепахи, совершенно из другого региона. Ну, может быть, понимаете, я думаю, что вот эта вот древность, она в какой-то степени, сейчас вот настоящая ситуация, она объединяется. Да. Вот у меня, ну, есть такое ощущение. Все эти, все равно, понимаете, ну, цивилизация, она все равно произошла из какого-то единого центра, да, такая существует идея. Знаете, да? Вот странное было впечатление, когда я был на первой конференции по культуре, которую провели тогда еще в Ленинграде. Вот как только стало это можно, вот провели такую конференцию. Там, кстати, был Леша Парчев, Иван Жданов был, и были профессора такие, вот как Вячеслав Селович Иванов, знаменитые люди из Петербурга, из Москвы, и вообще со всего света съехались. Там были американцы, французы, в общем, все. И там выступал один музыковед, которого я имя сейчас не могу вспомнить, к сожалению, но он делал доклад и включал магнитофон и показывал некие фрагменты фольклорные. В зале было много фольклористов. И вот он, значит, включает, что-то там исполняет, потом он спрашивает, ну вот тут фольклористы сидят, что это вы сейчас слышали? Ну там кто-то говорит, ну это бабы поют северные, и только непонятны слова. Он говорит, сейчас я Паширика включу. Включает контекст, это какое-то негритянское племя, исполняет какую-то... И вот туда вставлен фрагмент, который абсолютно похож на... И такого было много. И сразу какие-то простые интонации, вибрации, что такое существует вообще? Я потом с ним говорил на эту тему, и он говорил, ну это вот не для публикации и прочего, хотя сейчас это публикация у нас в каком-то смысле. Но он говорил, что есть какие-то... интерфекционные картинки на Земле, где повторяется вот проекция вот такая, да. И его исследования говорят о том, что эти проекции каким-то образом существуют сами по себе. Ну, там говорят, они что не такое, там есть же какой-то коллективный бессознательный, что-то такое, вот оттуда что-то, если в унисон попадешь. Когда вы себя не ощущаете продуктом такого коллективного бессознательного? Ощущаю, конечно. Да, потому что вы как раз это и делаете. Ну вот с песнями с этими, да. Там как раз и задача, чтобы меня самого было поменьше. Конечно. Хотя эта песенка, она достаточно литературная. И у меня были какие-то песни, может быть, и более естественные. Может быть, но я как литературный не воспринимаю совсем. Мне кажется, что это вот какой-то фольклор такой возникающий. Ну, возможно. Потому что это авторский, вот фольклор, мы понимаем, ну, так, да, что это автора вроде нет. Но это же это течение не прекращается. Ну, вместе это все сочинял, ну да. Сейчас просто автор фиксируется, вот вы исполнили. Ну просто понимаете, сейчас как-то людям крайне необходимо заняться самовыражением, самоутверждением. Вот это как-то считается обязательным таким обязательным маркером, что это необходимо. На самом деле это не от большого, по-моему, ума. Вы знаете, у нас еще есть минут три, я хочу еще сказать вам несколько слов о вот вашем произведении неопубликованном. Дело в том, что, мне кажется, это не только интересно, но это еще и полезно.
А полезно это опыт. Ужасно, но может быть я действительно какие-то дидактические идеи преследовал. Нет, я не про дидактику. Например, мне известно, что в органы КГБ в советское время привлекали шахматистов. Почему? Потому что заранее было известно, что шахматист человек умный. И поэтому, значит, он может производить какие-то там расчеты, да, в голове. Но расчеты не всегда сводятся к логике, вот к такой формальной логике. Вот если вот такая ситуация, то в сложной ситуации можно принять такое-то решение, доступно шахматисту. А вот такого рода поэтическое произведение, оно очень многоаспектное. Это гораздо более сложно, чем любая самая сложная шахматная партия. И на самом деле это побуждает, вот человека, который читает это побуждает к размышлению. И у него формируются другие нейромедиаторы, там нейротрансмиттеры, и мозг развивается просто-напросто. Там ведь у меня отталкивается от двух, в общем-то, точек рассеяния. От Вавилонского столпотворения и от последствий Троянской войны. Ну вы цитируете огромное количество авторов, обращаете на них внимание, да? С их текстами. Да смотрите, ведь там еще фишка в том, что несмотря на то, что, разумеется, что после Вавилонского этого рассеяния случились эти основные миграции, это раз. После Троянского, по существу, все династии европейские оттуда ведут свой род, свое начало. Так? Потом выясняется то, что открытие Шлиммана не является достоверным точным фактом, потому что одна трое, другая трое, они все были маленькие. Самая большая великая трое, в общем, она была уже гораздо позже. То есть приходят люди к выводу, и тот же самый Каспаров, и это говорит, боже мой, как его, Христосом Златоуст, нет, философ, оратор Христосом, по-моему, зовут. О том, что это вымысел, о том, что это полная фикция, то, что никогда они не взяли Илион. То есть выясняется то, что, да, и Вавилонская башня, зиккураты были все достроены, и Геродот приводит сообщение о том, что, ну, эти все вещи существовали. То есть мы, по существу, в плену, как бы точка сборки, как бы, ну, очевидные такие вещи для истории мира, выясняется, что они фальсифицированы, что это не есть так. И потом возникает мысль какая-то совершенно такая странная, то, что свершившееся и не свершившееся в истории может меняться местами, если точка сборки была не совсем. Да, все зависит от того, какого человека вы видите в результате своего творчества. Ведь культура... Ну да, то есть я просто, вот для меня это был предмет как даже некоторого оптимизма. Да. Потому что если я знаю, что раньше оно было все не так, то что все сейчас происходит, ну потом линейного времени как бы нету. Да. Это как бы очевидно, что ли, тоже профанация. Ладно, учитывая, что его нет, то есть какие-то мутации, какое-то что-то возможно. Потому что вот этот пессимизм, который от которого приводит очищение генона, я не знаю, индуистов. Среди индуистов очень много светлых людей, само собой. Но я не знаю, то есть меня одно время вот чтение там Эвелла или Генона приводило к какому-то тупиковому, крайне депрессивному состоянию и всего прочего. Хотя это абсолютно мне не свойственно. Mm-hmm. Вот. И потом как-то я на все это взглянул совершенно по-другому. И то вот есть вам, релятивизм... вам тогда еще и Кафку почитать после Генона? Ну, вообще Кафка, билетрист, а что там вообще? Ну, я читал это все. Да нет, в общем, я просто говорю о том, что, на мой взгляд, возможно, самое невероятное движение в человеческой истории, и это меня вполне даже радует. Ну, да, конечно, потому что любая система, как нас учит подход системный, она может изменить состояние в связи с просто формальным увеличением внешних контактов. И тогда возникает точка бифуркации, дальнейшее развитие нам неизвестно. Вот можно сказать, что куда-то она разовьется, а вот куда мы не знаем. Я не знаю, внушает это оптимизм или пессимизм. Ну, тут же, понимаете, это вот как бы на уровне даже не то чтобы оптимизма или пессимизма. Ты просто вот так, если чисто со шкурных отношений, если бы относиться ко всему этому, ты все-таки так думаешь. Вот эта поэзия, которую, вот, допустим, Андрей Тавров пишет, которую мои друзья пишут, я там пишу, она вообще когда-нибудь будет услышана или нет? Или мир полностью уходит в эту паучью глухоту, да? И так я думаю, что не так что плохо. Вы знаете, вот я просто читал наблюдения современников за поэзией Блока. Вот сейчас из культурных читателей трудно найти такого, который бы не понимал, о чем там написано.
Но при его жизни это считалось такой билибердой, ну просто бред сумасшедшего, понимаете? Они не понимали ни слова из того, что он пишет. Вообще ничего не понимали. А сейчас это кажется, ну как бы само собой разумеющее, что надо понимать. Это не кажется сложной поэзией, да? А вот в то время это казалось очень сложным. Представьте. Да. Леша Парщиков, то же самое Андрею Тарову говорил, то, что подожди, все меняется, слух перестраивается. Это будет понятно. Да. Может быть. Зрение, слух, мозг формируется. Отбор никто не может остановить, отбор, естественно. Он происходит по законам, нам пока еще неизвестно. Ну да, да, потому что если говорить так вот примитивно, что выживают только крысы, это неправда. Нет, ну тараканы самые быстрые. Да, на поверхности только говно, как бы нет, вот все сложнее, для диалектической работы. Ну, я думаю, что плавает, да, это все известно, но вот это циркулирование информации в общественной среде, которая, как в одном из докладов говорил Вячеслав Силович Иванов, что несколько напоминает шизофрению у отдельного индивида, и что актуальная и действительно ценная информация, она лежит на поверхности, но она малодоступна. А доступность ее определяется тем человеком, который ее ищет. Ну да. Отнюдь не тиражами и никакими. Это верно. Да, но нужно, чтобы эта информация находилась в каком-то поле. Да. И чтобы она была доступна. В принципе, это все, что нужно. Да, она просто находится. Потому что все, что мне нужно, я действительно могу найти. Она находится Я в интернете могу скачать какую-нибудь индейскую молитву и там пытаться ей подражать, там что-то еще. Может быть, я не получу того знания, которое я получаю из уст в уста, но как минимум я что-то такое может простеку. Ну да, инициации не происходит, но информация поступает. Так же, как она поступает. Но это все равно уже какое-то движение к инициации. Ну да. Так или иначе. Конечно. Нет, если ты знаешь, что ты ищешь, то это очень хорошо. Может быть, было бы правильнее все-таки эти потоки информации каким-то в какие-то русла направить, все-таки дать какую-то интерпретационную картину, но ведь это опасно, да? Ну, не знаю, опасно или нет. Многие пытаются это делать, но не очень-то и успешно, по той причине, что как только кто-то начинает нести светлое, доброе и навязывать его, так вот процесс отклоняется в другую сторону. Ну да, ну я не знаю. В общем, в любом случае, весна, все нормально. Вчера я был в трех типографиях, забрал разные книжки. Наконец книгу Володи Гандельсмана мы издали долгое время. Это ждал. В общем, это нормально все. Ну вот на этой высокой ноте о том, что весна все нормально, мы заканчиваем наш сегодняшний эфир, потому что наше время уже закончилось. Уважаемые телезрители, мы с вами прощаемся. До новых встреч. Сегодня была встреча с замечательным писателем, поэтом и общественным деятелем Вадимом Гнесисом. Спасибо большое.